Здравствуйте. Как прошла сессия Краевого парламента? Какие вопросы вызвали наибольшее обсуждение? Об этом поговорим с руководителем регионального отделения партии ЛДПР в Алтайском крае Евгенией Боровиковой. Здрасте, Евгения. Здравствуйте. На самом деле сессия была непростая, как я понимаю, и было много жарких споров. Вот позиция ЛДПР по основным вопросам, если можно, расскажите подробно. Да, были некоторые вопросы очень острыми, по которым, конечно же, мы проголосовали против. Это, например, законопроект о социальных гарантиях граждан, который вызвал наибольшее обсуждение, где решили оптом все законы, все гарантии, то есть под один закон сделать и представить на обсуждение. Там есть такие, допустим, как продление материнского капитала, то есть мы за, да, но есть, где какие-то определенные льготы убираются, допустим, учителей. А там стоит фиксированная, теперь будет сумма им по выплату. Всем одинаково, то есть уравниловка такая, да? Да, всем одинаково, но опять же в законе не прописано, там очень хитро написано, опять же не прописано, что либо это раз в месяц, ежемесячно, да? Да. Либо же это просто единовременно, ничего то есть единоразово. Себе. То есть там не написано. И они могут потом выплатить один раз и сказать, ну, да. А все, там не прописано, что это ежемесячно должна быть выплата. Точно так же по ветеранам труда, по труженикам тыла. То есть если они раньше могли пользоваться всеми своими льготами, то теперь они, если, допустим, человек имеет льгот и является и тружеником тыла, и ветераном труда, то он может выбрать только одну льготу. Либо же может воспользоваться получением медикаментов, либо может воспользоваться зубным протезированием. Ну, то есть нужно по каждому закону голосовать, конечно, отдельно. Нельзя вот так вот все в одно собирать и голосовать, то есть одноразово. Далее, что касается также повышения штрафов, то есть минимальную ставку штрафа повысили до 300 рублей. Если раньше там была сумма 100 рублей, то сейчас... А штрафы за что? А штрафы это касается похоронного дела, благоустройства преддомовых территорий, то есть за уборку. А если гражданин там не убрал, ему выписывают за первый раз 100 рублей штраф. А сейчас будет 300 рублей штраф. Это минимально, если там за первый раз. Но мы говорим о том, что вы сначала научитесь, то есть людей, ну не то что заставлять, да, исполнять законы, а культуру прививать, культуру да? прививать, да, да. А не так, что и так нищее население, и наказывать. То есть это проблему не решит. А дальше, что касается, опять же, ужесточения курильщиков. То есть у них сейчас расписали общественные места, да, то есть даже на набережных, тоже, да, в парках нельзя курить, то есть все, грубо говоря, места, где нельзя курить, ну, курит человек. Но вы ему тогда создайте условия, да, да. Для того, чтобы там были... Цивилизованно, то есть красиво все сделать, да. А когда условия не создают курильщикам, но их обрубают, ну, вы тогда вообще запретите курить, сделайте это уголовно наказуемым преступлением тогда. Ну, я не знаю, если человек, ну, вот, испытывает какое-то нервное напряжение, есть такие, да, они курят. Ну, что это не запрещено законом. Это вы не запрещено, правы, то есть да. Это может быть вредная привычка, но это не общественное нарушение, я имею в виду само курение. Да, то есть курение идет ущемление, да. Все равно прав. Прав человека, конечно, прав это человека. Его дело, хочет травиться, пусть травится. То есть. Также на запрет прокурора. Теперь льгота медицинским работникам сельского уровня будет также фиксированная выплата суммы, да, то есть и эту сумму фиксированную переложили на ФОМС. Но есть сегодня в ФОМСе деньги, нет сегодня в ФОМСе деньги, выплатит он или не выплатит, то есть это уже тоже под большим вопросом. Ну, сейчас сделали так, что такие категории граждан, ну, остались незащищенными, можно так сказать. А мы, конечно же, голосовали против. И получился конфуз, что три депутата у «Единой России» ушли на празднование праздника, и у них получилось... Ну, не то, что, да, меньшинство. Ну, да. И когда первый раз проголосовали за протест прокурора, то есть решение было не принято. И тут «Единая Россия» своим давлением продавила, то есть переголосование. Потому что у нас на первом вопросе тоже было переголосование, когда «Справедливая Россия» с
с коммунистами проголосовали против бюджета, и не работала система электронная, и они с помощью поднятия электронных карточек, и счетная комиссия посчитала, что не 15 человек, а 11. И Прусакова продвинула тоже, чтобы было переголосование, и потом же здесь же как бы, да, Единая Россия, а вот мы вам дали переголосовать, значит, вы нам тоже дайте переголосовать. И получилось так, что на втором уже на втором переголосовании решение было принято все-таки, да, но мы проголосовали против. То есть такие острые вопросы, когда идет ущемление прав, да, граждан, мы, конечно, ЛДПР голосуем против. Получается, это в первом чтении, да, все законы прошли? То есть, возможно, еще доработка или уже нет? Нет, все, в двух чтениях. В двух чтениях, да, это все сразу. То есть, принято. Несмотря на то, что, как вы говорите, многие мы выглядят как не сырые, то есть достаточно недоработанные. Мы предлагали тот же закон о социальных гарантиях. Ну, давайте во втором чтении, давайте на следующую сессию перенесем. Да. А может быть, будут какие-то поправки, предложения. Нет, то есть сразу в двух чтениях и все, решение принято. И теперь действительно сельские учителя все будут получать вот одну вот эту вот льготу, да? Да, фиксировано. Несмотря на то, что кому сколько нужно, на самом деле объективно, кому-то больше, кому-то меньше, а теперь всем вот фиксировано, да еще мы не знаем, ежемесячно или ежегодно, да? Да. Или единовременно просто, понимаете, когда отопительный сезон, например, начнется, они могут, они сейчас сказали, что эта сумма будет не меньше 1600, но на уровне федерации она установлена 1200. То есть, может быть, и опять же, они снизят, может быть, повысят. То есть, это будет предмет там другой сессии, когда будут устанавливаться. Ну и когда отопительный сезон начнется, они могут эту сумму фиксированную выплатить и сказать, что все, единоразово, то есть, а остальные месяцы как бы... А вот второй еще закон, о котором вы говорили, ветеранский закон, он касается ветеранов Алтайского края или федеральных ветеранов, или это разделили теперь? Вот немножко нет, поясните. Нет, Алтайского края, вот ветеран труда, посчитали так, что в нашем, в Алтайском крае 36% это ветеран труда, теперь там будет сложно получить также звание этого ветерана труда. Алтайского края, да? Да, Алтайского края, потому что будет сложно получить благодарственное письмо. От губернатора, да? Как хоть минимум, от губернатора, да? Хоть Алтайского краевого законодательного собрания, хоть от администрации, минимум. Да, это как минимум, потому что, чтобы получить благодарственное письмо или почетную грамоту Алтайского краевого законодательного собрания, нужно, чтобы у вас было в обязательном порядке благодарственное письмо или почетная грамота, то есть местного уровня, либо там города Барнаул, либо любого районного уровня, либо же губернатора. А сейчас, то есть, требования ужесточились, и причем сроки, допустим, документы они подали на рассмотрение, и опять же в законе не прописан срок, сколько будет рассматриваться вот заявление, чтобы установить именно статус ветерана труда. То есть теперь это проблематично. Да, выплата она аж в 615 рублей осталась, но сейчас, чтобы получить ветеран труда, это будет очень сложно. А вот смотрите, получается, ветеран труда федерального, да, уровня, он сохраняется. То есть плюс к этому еще какие-то льготы были региональные. Региональные. Да? И вот именно их сейчас, скажем так, немного подрезали. Это закон подрезали, региональный, да. И они еще сделали как? То есть, ну вот я объясняла уже, что либо это человек труженик тыла, либо это ветеран труда. Но если это имеет один человек, то у него не будет льгота на него распространяться как на труженика тыла или как на ветерана труда. Он будет выбирать здесь, то есть что ему как бы более комфортно будет. Тогда они могли пользоваться и услугой, то есть предоставлением медикаментов, и могли пользоваться зубным протезированием. Сейчас они должны выбирать. Евгения, из партийных ваших мероприятий, насколько я знаю, 13 декабря, да, у вас день рождения партии? Да, день рождения партии. И вы, наверное, тоже поедете в Москву, да? Да, я полечу в Москву. Там будут подведены итоги выборов прошедших. Кого-то похвалят, кого-то пожурят. То есть, ну, там посмотрим. Я думаю, что вас-то нужно похвалить все-таки, да? Ну, наверное. Вот, да. И, ну, посмотрим, с чем мы приедем. Евгения, большое спасибо вам за беседу. Удачи и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была Евгения Боровикова, руководитель регионального отделения партии ЛДПР в Алтайском крае. Спасибо за внимание. До встречи.